Обеспечить все семьи, которые нуждаются, местами в яслях. Такую задачу поставил президент страны в своем послании Федеральному собранию. За 3 года в России должно быть создано 270 тысяч мест для самых маленьких. На это из бюджета страны в регионы направят около 50 миллиардов рублей. В Чувашии решать эту задачу начали задолго до послания. В Чебоксарах, где проблема с местами в садиках стоит острее всего, ежегодно открывается несколько детских садов. В прошлом году в столице появилось 4 садика. В этом в бюджете Чувашии на отрасль образования заложили 17 миллиардов рублей. Увеличились расходы и на строительство детских садов. На 2 года из федерального бюджета предусмотрено на эти цели 1,3 миллиарда рублей. Только в текущем году мы планируем получить из федерального бюджета 820 миллионов рублей на данные цели. Общий объем средств, выделенных Чувашской республике из федерального бюджета, по оценке Министерства образования, позволит построить в республике 11 детских садов. Также в республике планируют укреплять материально-техническую базу детских поликлиник и детских отделений в больницах по программе охраны материнства и детства. Все проекты Чувашия будет реализовывать при поддержке бюджета страны. Только в этом году регион должен получить из федерального центра около 20 миллиардов рублей. Эта сумма на 15% превышает прошлогоднюю.